Загадочный эксперимент от коммунальщиков в Одессе на улице Разумовской рядом с автовокзалом. Тактильную плитку для незрячих людей выложили из того же самого материала, что и весь другой тротуар. Единственное, чем они отличаются, это цветом. Обычно подобные полосы делают из специальной желтой плитки, которая имеет неровное покрытие, чтобы люди с нарушениями зрения могли ориентироваться по тактильным ощущениям. Такие плиты можно увидеть в разных частях города. Однако и там из-за отсутствия технологий после обильных осадков они ведут людей прямиком в глубокие лужи. Почему коммунальщики решились на такой безответственный эксперимент, остается загадкой. Однако это уже не первый случай такого отношения города к людям с ограниченными возможностями. Все мы помним неработающие подъемники в подземных переходах, отсутствие пандуса в различных учреждениях и многое другое. Когда город повернется лицом ко всем одесситам, остается загадкой. Телеканал «Репортер» будет и дальше следить за подобными делами городской власти. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».